Всем привет! Сегодня я весьма рад принять у себя доктора Лоренса Крауса. Он всемирно известный теоретический физик, а я хотел поговорить со всемирно известным теоретическим физиком уже около 30 лет. Его исследования сосредоточены на области пересечения физики элементарных частиц и космологии и включают в себя фундаментальную структуру материи и эволюцию Вселенной. В ряду важных и интересных научных вкладов его предположение, высказанное в 1995 году, что большая часть энергии Вселенной находится в пустом пространстве. За время своей карьеры профессор Краус занимал должности заслуженного профессора и выдающегося научного сотрудника в самых значительных учебных заведениях по всему миру, включая Гарвард, Йель и ЦЕРН. Он автор 500 публикаций и 11 популярных книг, включая международные бестселлеры «Физика Стартрека» и «Вселенная из ничего». Его последняя книга «Физика изменения климата» вышла в феврале 2021 года. Он получил награду сразу от трех физических обществ Соединенных Штатов, а также награду за служение обществу от Национального научного совета в 2012 году за свой вклад в понимание науки обществом. Сейчас он занимает пост руководителя фонда «Истоки», который продвигает науку, культуру, соединяя ученых, художников, писателей, знаменитостей с общественностью с помощью мероприятий, онлайн-обсуждений и уникальных возможностей путешествий. Фонд создает подкаст «Истоки» с диалогами с одними из самых интересных людей в мире, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с самыми животрепещущими проблемами 21 века. Спасибо, что согласился со мной поговорить. Спасибо, что пригласил меня, Джордан. У меня есть вопрос, и я сразу с него и начну. Со своими студентами я написал публикацию. Я значился там автором. Мы пытались связать переживание тревоги с физическим параметром, с энтропией, которую, я предполагаю, можно в том числе определить и как физический параметр. Ты можешь рассказать, что ты думаешь об этом как физик? Идея в следующем. Человеческие существа всегда пытаются просчитать путь от одной точки к другой. Длина пути будет в некоторой степени пропорциональна энергии, которая нужна для выполнения этой задачи. Чем длиннее путь, тем больше нужны энергии. Мы зачастую пускаемся в путь к тому, что считаем ценным. Источники энергии, например, являются для нас ценными. И это может быть коротким путем к тому, чтобы проделать какую-то работу, потому что их можно перевести в товар. В любом случае, затраты на путешествие — это важный момент. Так что, когда к плану добавляется неопределенность, то сложнее становится формулировать карту, которая описывает траекторию корректно. И для этого нужен какой-то психологический маркер. Так что мы предполагаем, что по мере увеличения неопределенности того пути, который вы хотите предпринять для получения награды, вы испытываете беспокойство. Это является индикатором возрастающей сложности, а это будет возрастанием энтропии, либо самой местности, либо вашего представления о местности, либо разрыва между этими двумя моментами. Так что мой первый вопрос — во-первых, было ли это объяснение понятным? А второй, этот способ описания энтропии несет в себе смысл? Хорошо. Ответ в том, что в общем и целом это описание не лишено смысла. Я всегда осторожно отношусь к таким вещам. Помню, в молодости, когда я жил в Канаде, и меня интересовала наука, но в университете я учился на социологии, и меня захватывали попытки социологов определить концепции и понятия, моральные точно так же, как и определяют физические. Когда я стал заниматься физикой, то стал относиться к этому осторожнее, потому что некоторые вещи определены довольно хорошо и уместны в контексте физики, но некоторые определены хуже, и, возможно, у них меньше пользы. Они неплохо звучат в публикации, но вопрос в том, несут ли они ценность для предсказаний. Поэтому я и спрашиваю. Я в курсе этой проблемы и хотел понять, есть ли какой-то базис, на который мы можем опереться. Думаю, в каком-то смысле да. В физике в разных контекстах есть определенный обмен между энергией и энтропией. И есть четкие величины в термодинамике, которые определены в зависимости от того, какая величина не меняется и как развивается система. Развивается ли она до состояния с наименьшей энергией
или с наименьшим количеством того, что называется свободная энергия. Это включает в себя аспект энтропии, который зависит от специфичных условий ситуации. Но тот факт, что сложность пути связана с энтропией, это вполне уместно, потому что энтропия действительно описывает, и это может быть полезно для твоих слушателей, которые, возможно, не так хорошо знакомы с энтропией, как ты. Она описывает микроскопическую систему, у которой множество внутренних состояний, в которых она может находиться. А энтропия просто показывает, как много внутренних состояний может быть у системы с учетом макроусловий, температуры, энергии в целом. У единственной частицы в коробке может быть ограниченная конфигурация, но атомы в моем теле, в твоем теле могут быть во многих разных конфигурациях при одной и той же температуре. С макрообъектом связано много энтропии. Чем больше внутренних возможностей есть у системы, если так можно сказать, для того, чтобы исследовать в рамках одного внешнего параметра, который ее ограничивает, такого как общая энергия системы, содержание тепла или объем, или какого-то другого аспекта, чем больше внутренних состояний может исследовать эта система, тем больше ее энтропия. Хорошо. Хочу привести пример, связанный с жизнью, потому что моя машина сегодня действительно сломалась. Итак, допустим, твоя машина ломается. Поначалу ты едешь нормально, и все идет в соответствии с твоими желаниями и ожиданиями, и, скорее всего, ты в состоянии сниженной тревоги. Далее представим, что машина издает неожиданный звук, начинает тарахтеть. Я высказывал предположение, что именно в этот момент ты перестаешь находиться в машине, и именно поэтому испытываешь расстройство, потому что машина — это некая категория, описанная функционально. Машина — это нечто, что доставляет тебя из пункта А в пункт Б. И пока она выполняет эту функцию, а это очень узкая категория, то тебе будет достаточно. Но, предположим, твой компьютер делает что-то, чего ты от него не хочешь. Есть так много разных состояний, в которых может находиться этот предмет, что твое тело на это отзывается, на возникающую сложность, и отзывается на тот факт, что ты больше не можешь вычислить затраты на то, чтобы находиться там, где ты есть. С этим всем связаны фантазии, которые кажутся попытками составить карту. В этом может быть проблема, в этом я могу попасть к нечестному механику, меня могут обмануть, возможно, я не смогу починить ее, не могу это себе позволить, я не смогу доехать до работы. И целая сеть вариантов внезапно открывается перед тобой и производит сильный физиологический ответ. Что и должно происходить. У нас должны быть физиологические ответы на фундаментальную физическую реальность. Должны быть. Большинство из нас это игнорирует. Думаю, в этом суть. Тот физиологический ответ, о котором ты говоришь, реален. Но по сути, когда машина работает нормально, все эти возможности также есть. Просто ты их блокируешь в своем сознании. Это интересный момент. В определенной степени мы пытались понять условия, при которых уместно блокировать их в нашем сознании. Пока твои прогнозы, а они основаны на твоих желаниях, и мы не будем в это углубляться, пока твои прогнозы совпадают с реальным потоком событий, ты можешь принять за данность все те убеждения, которые структурируют твою реальность. Я с тобой полностью согласен. В любой момент может что-то пойти не так, и то же самое относится к сложности нашего тела. Не обязательно, что если ты чувствуешь себя хорошо сейчас, то ты будешь чувствовать себя хорошо и в следующий момент. Количество вещей, которые могут пойти не так, бесконечно. Однако осознавать все эти возможности — это не очень полезно, если их вероятность низка. Так что не то чтобы ты их игнорируешь, ты предполагаешь, что их функциональная значимость равна нулю, пока твой план работает. Думаю, мы здесь восходим к высказыванию Дэвида Хьюма о том, что разум — раб страстей. Ты прав. Держать в уме все то, что может пойти не так, бессмысленно. Если бы мы таким занимались, то так ничего бы и не делали. Если ты хочешь действовать, а думаешь обо всем, что может пойти не так, то, скорее всего, откажешься от намерений. А то, что мы делаем, и это одна из проблем нашего общества, которую я описал в своей последней книге, почему наука так важна, в том, что наука вычисляет неопределенность. Определенность — это центральный элемент для науки. Слишком часто журналисты и другие авторы описывают неопределенность как что-то плохое, но для науки это на самом деле очень полезно.
мы же можем очень точно рассчитать и сказать явно, насколько точен наш результат, насколько высока вероятность каждого из исходов. С психологической точки зрения, этот феномен, мне кажется, снижает тревогу. То же самое происходит, когда ты заключаешь с кем-то контракт. Вариантов развития событий бесчетное множество. Но контрактом я ограничиваю себя до вот такого, и это может тебя успокоить. Это может позволить нам сотрудничать. Не только научные теории выполняют эту функцию. Наука здесь может быть скорее под разделом праксиологии, а праксиологические теории полезны именно по этой причине. Я думаю, что это так, что для людей это было бы полезным, если бы они смогли признать существование неопределенности, стали бы к ней более открыты. Люди боятся неопределенности, в том числе смерти, Вселенной и кучи других вещей, которые мы обсуждаем. Естественно, как мне кажется, признать их как что-то реалистичное. В наше время детей, как мне кажется, излишне опекают. А если признать, что плохие вещи тоже случаются, ведь это часть жизни, то тебе уже не будет так тревожно, когда это случается на самом деле. Ты уже не будешь так бояться этого исхода. Конечно, машина может сломаться, но это же не конец света. Ты можешь продолжать совершать действия, мир продолжит функционировать. Заранее признавать на каком-то уровне, признавать весь спектр потенциальных возможностей, по моему личному мнению, а я не психолог, это сильно помогает с психологической точки зрения. Это так. Действительно, на каком-то уровне этот подход продвигается среди психологов, в основном поведенческих психологов. Можно представить, что с одной стороны тебе нужна теоретическая конфигурация, которая заключает в себе неопределенность, скажем, система верований. Ее можно измерить функциональной полезностью. Позволяет ли она тебе получить желаемое, когда ты ее проживаешь? Но здесь также нужны дополнения. А что ты делаешь, когда теория ошибается? И один из ответов на вопрос с точки зрения поведения, хотя он и заложен в нарративном подходе, это подходить к неопределенности добровольно и с осторожностью, не избегать ее. А это затрагивает другой механизм. Это способность исследовать, генерировать новые теории, выбирать среди них, сотрудничая, в особенности сотрудничая с другими людьми, и заново создавать существовавшие модели. Так что тебе нужна модель и система для обновления модели. В науке это выражается довольно формально, в самом научном подходе. Да, это центральная часть научного метода. Я бы сказал, что это применимо и в бизнесе, и в других областях человеческой деятельности. Я постоянно пытаюсь убедить людей в том, что на самом деле ученым очень нравится ошибаться. Другой вопрос, нравится ли это каждому ученому лично, но в самом научном процессе ошибаться — это очень волнительно, потому что это, во-первых, значит больше узнать, значит, вы что-то открыли. Зачастую что-то открыто, да. Когда я руководил физическим факультетом, мы открыли магистерскую программу по предпринимательству в физике, и декан факультета бизнеса сказал, что это оксюморон. Но я так не думаю, мне кажется, ученые и бизнесмены очень между собой похожи. Я считаю, что мы очень мало объясняем, и детям, и студентам мало рассказываем о том, как эффективно ошибаться. Мы даем им наборы задач, у которых гарантированно есть верные ответы, чтобы они могли гарантированно их решить. Мы даем им также и докторские, когда они более-менее гарантированно приводят к какому-то заключению. Но в реальном мире исследований, бизнеса, многих других вещей тебе приходится учиться тому, чтобы признавать, что вопрос, который ты задавал, неудачный. Думать о том, как использовать то, что ты узнал на текущий момент, чтобы извлечь что-то полезное. Возможно, нужно задать другой вопрос или пойти обходным путем. Так что обучение тому, чтобы ошибаться эффективно, признавать, что то, что ты хотел показать, неверно, процесс этих открытий, он очень полезный и может быть использован где-то еще. Это центральный элемент для науки, и опять же, он может быть полезен в обычной жизни. Думаю, им пользуются большинство людей в бизнесе. Когда я познакомился с предпринимателями и общался с физиками, которые стали предпринимателями, спрашивая у них, чему они научились, это было именно умение эффективно ошибаться. Зачастую у очень известных предпринимателей у них бывает 3, 4, 5 и больше провалившихся стартапов перед тем, как один из них срабатывает.
То же самое справедливо и для исследователей. Уверен, что в твоих исследованиях, так же, как и в моих, было много ошибочных идей, препятствий, моментов, когда казалось, что проблему не сделать решаемой, или когда кажется, что сам вопрос поставлен неверно. Думаю, что осознавать и меньше тревожиться от того, что запланированная траектория не доставит тебя туда, куда ты планировал, на самом деле прекрасная часть жизни. Как ученый, думаю, ты с этим согласишься и сталкивался с этим. Ты пишешь заявку на грант и описываешь некую фантазию о том, что ты будешь изучать через 3 года. И я говорю, что если бы я реально занимался тем, что указывал в своем плане исследований, то это было бы довольно скучно. Потому что я всегда надеюсь, что буду смотреть на что-то совсем иное, что будет новое открытие из мира экспериментов или из моей собственной работы. Разумно ли спросить, помнишь ли ты случаи в твоей карьере, когда это случалось? Когда ты открывал что-то действительно ценное, и как результат нужно было пересмотреть свои взгляды? Да, конечно. Сложно представить, когда это не происходило. Давай расскажу о том открытии, которое ты упомянул, про энергию пустого пространства как основную энергию Вселенной. Я изучал космологию. И что потрясает в космологии, это что за последние 30 лет она превратилась из искусства в науку. Я слышал такое высказывание. Космология никогда не была права, но космологи никогда не сомневаются. Но, к счастью, поскольку наука — это эмпирическая дисциплина, поступали новые и новые наборы данных, появлялись новые аппараты, новые телескопы, которые позволяли с высокой точностью тестировать гипотезы о Вселенной, создавать модели, которые можно опровергнуть, что и есть центральный элемент науки. Я довольно долго работал с темой темной материи, с тем, как ее наблюдать. Большая часть массы в нашей галактике и любой другой галактике, она не излучает свет. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что они сделаны из других частиц, которые отличаются от тех, из которых сделаны ты и я. Это очень интересная тема, и я потратил достаточную часть карьеры, думая об этом. Одна из причин, по которой мы стали в этом так уверены, в том, что когда мы строили космологические модели с темной материей, а это не протоны и нейтроны или то же вещество, что мы с тобой, то увидели, что даже если бы темная материя была бы просто кусками льда или чем-то, что невозможно увидеть, неважно чем, важно, что при подставлении в модель мы не можем получить ту Вселенную, которую имеем сейчас, начиная с Большого Взрыва. Галактики не успевают сформироваться, времени не хватает. Оказывается, что если темная материя не взаимодействует со светом, то ей проще коллапсировать на ранних этапах развития Вселенной, и это дает ускорение галактикам и так далее, и так далее. По сути, мы пытались создать модель, которая не подтверждалась наблюдениями. И проблема была в том, что в конечном итоге наблюдения не согласовывались с моделью. И встал вопрос, что делать. Я был убежден, что проблема во времени, и что причина расхождения в том, что некоторые наблюдения неверны, что зачастую тоже важно понимать в науке. Если есть много разных наблюдений, высока вероятность, что некоторые из них неверны. Журналисты часто упускают это из виду. Они хватаются за какое-то интересное новое наблюдение, которое затем оказывается неверным, но об этом они уже не рассказывают. И это часть проблемы. Я, по сути, был убежден, что некоторые из ключевых наблюдений были неверными, потому что они очень сложны. С моей стороны, это было своего рода ересью. С моим коллегой из Чикаго мы потратили год или два, анализируя те данные, которые у нас есть, и задавались вопросами, как это может быть консистентным с темной материей, что может потребоваться, чтобы это исправить. Результатом было то, что если наблюдения проведены верно, то, по моему на тот момент мнению, для этого энергия должна содержаться в прямом смысле нигде. Потому что в ином случае наблюдения не будут согласовываться с общей картинкой. На тот момент я был убежден, что я делаю это именно для того, чтобы люди сфокусировались на том, какие наблюдения являются неверными, чтобы они смогли это увидеть. Предположение было настолько смехотворным и абсурдным, что пустое пространство на самом деле что-то весит. Мы избавляемся от частиц, от радиации, от всего того, что есть, и тем не менее, пустой космос что-то весит. Это же безумие. Это как будто бы нарушает самые базовые предпосылки, которые позволяют определить массу, ведь масса — это по определению что-то. Да, но масса отличается от энергии. Если
поместить энергию в пустое пространство, а это осознал Эйнштейн, если поместить энергию в пустое пространство, то она ведет себя совсем иначе, чем если поместить энергию в материю, в частицы. Общая теория относительности говорит нам, что масса не является ключевым элементом, создающим гравитацию. Это энергия. Есть взаимоотношение между энергией и гравитацией. Энергия в различных формах создает различные типы гравитационного притяжения, и это соотносится с историей Вселенной. В начале истории Вселенной большая часть энергии находилась в таких вещах, как радиация, горячие частицы света, двигающиеся со скоростью света. Гравитация в них работает совсем по-другому. Большая часть энергии Вселенной находится в планетах, галактиках, в материи в общем смысле. Расширение Вселенной, которое является ответом гравитации на присутствие энергии, на ранних этапах развития Вселенной, когда преобладает радиация, это одна из причин резкого расширения? Не совсем, но почти. Как оказывается, резкое расширение происходит, если очень рано в эволюции Вселенной пустое пространство набирает энергию. Оказывается, что если по какой-то причине энергия как бы застревает в пустом пространстве по какой-то причине, и пустое пространство несет этот параметр, который мы называем энергией, то эта энергия будет гравитационно отталкивающей, не притягивающей. В этом ключевая разница между тем, когда энергия попадает в материю и в ничто. Хорошо, ты сказал несколько вещей, по поводу которых мне нужны уточнения. За последние 20-30 лет, как ты сказал, космология превратила себя из искусства в науку, и надеюсь, что ты расскажешь нам про науку. Давай вернемся на 14 миллиардов лет в прошлое и пройдемся по всему процессу. Я точно не понимаю роль темной материи, ничего не знаю о ней. У меня было некоторое общее представление о космологических теориях 20 лет назад, но сейчас я не знаю, какие они. Так что давай пройдемся по всему процессу 14 миллиардов лет назад. Конечно, нам же понадобится меньше, чем 14 миллиардов лет. А перед тем, как мы начнем, позволь мне закончить историю. Итак, мы высказали это безумное предположение, потому что подумали, что эксперименты ошибаются. Но, как оказалось, эксперименты были верны, а безумие было правдой. И я был удивлен этим больше всех, что энергия пустого пространства доминирует во Вселенной. Это было настолько поразительно, что со временем наблюдатели, которые это подтвердили, получили Нобелевскую премию через 11 лет. В твоей книге «Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо рассказанных историй» ты отмечаешь множество случаев, когда физики-теоретики выступали за что-то, что они считали полностью абсурдным, просто потому что это сходилось с данными, предполагая, что есть какая-то ошибка, которая в конце концов не оказывалась, при том, что они сами не до конца признавали, что все именно так. Все верно. И один из основателей квантовой механики, Дирак, который был очень интересным человеком, чисто психологически, однажды сказал, что его уравнение умнее, чем он сам, потому что он вывел это уравнение и предсказал существование новой частицы, антиматерии, и сам в это не верил, а оказалось, что уравнение верно. Но в любом случае, давайте вернемся к началу. Когда мы возвращаемся к началу, то здесь уже пролегает основная разница между наукой и религией. Когда я возвращаюсь в начало, то иду так далеко в прошлое, насколько могу экстраполировать свое понимание законов физики. И тут почти все средства хороши. Частью моей работы как физико-теоретика является делать предположения, не забывать о том, что это просто гипотезы, и искать признаки того, что эти гипотезы верны или ошибочны. Например, я написал книгу «Атом», которая следует за историей отдельного атома кислорода, начиная от момента зарождения Вселенной. Возможно, это именно тот атом кислорода, который сейчас в твоем стакане воды. Я начал не в точке ноль, потому что, будем честными, никто не знает, что произошло в точке ноль. Законы физики, в нашем с вами понимании, там уже ломаются. Если мы экстраполируем, то Вселенная становится бесконечно плотной. И это уже безумие. Законы гравитации не будут работать с квантовой механикой. Мы можем об этом много говорить, но, по моему мнению, это только разговоры. Спустя очень небольшое время у нас уже нет поводов думать, что законы физики не могут описать историю Вселенной. Так что, как только появляется Вселенная, то и законы появляются вместе с ней.
Да, в книге «Вселенная из ничего» я предположил, что это возможно. Возможно, они существовали раньше, возможно, нет. Это уже вопрос метафизики. Но что я показал в этой книге, и что было увлекательным для меня, это что 30 лет назад мы бы даже не смогли задать вопрос, не то чтобы на него ответить. А это очень вероятно, что наша Вселенная могла и в самом деле спонтанно возникла из ничего. Не было времени, пространства, возможно, и законов. Если ты спросишь меня, какими будут свойства Вселенной, которая спонтанно возникла из пустоты, без каких-то сверхъестественных штучек, через 14 миллиардов лет, я отвечу, что ее свойства будут точно такими же, теми, которые мы наблюдаем. Это ничего не доказывает, просто так кажется наиболее вероятным. Для меня это очень увлекательно. А 30 лет назад у нас даже не было инструментов, чтобы иметь возможность задать такой вопрос. Мы все еще предполагаем, что рождение Вселенной произошло 14 миллиардов лет назад? Да, на самом деле 13,8. Если мы смотрим на цифры, которые можно измерить, то можем сказать с точностью плюс-минус 100 миллионов лет. 13,75 — это самая недавняя цифра. Это просто невероятно, что в космологии можно вот так добраться до сотой доли после запятой. Это очень значительный прорыв и говорит о развитии инструментов. Когда я был помощником профессора в Йеле, то помню, как общался со старшим коллегой, и он говорил, «Природа всегда будет от нас скрываться. Она все делает для того, чтобы мы никогда не измерили фундаментальные величины Вселенной точнее, чем до сотых». И так и было. Когда кто-то утверждал, что провел точное измерение, можно было пойти, проверить астрофизические погрешности и понять, что он ошибался. А сейчас мы измеряем величины до 4, 5, 6 знака после запятой. Это настоящая трансформация, и я пытаюсь отдать ей должное в этой книге. Но тот факт, что все началось с Большого взрыва, он неоспорим. Давайте начнем с этого. Большой взрыв случился. Точно так же, как и эволюция произошла, и Земля круглая, и все остальное, что мы знаем точно. Без сомнений, в ранней истории Вселенной был горячий Большой взрыв. Так что все, что мы сейчас видим, все галактики, которые мы видим, все частицы в этих галактиках, сотни миллиардов звезд в каждой галактике, сотни миллиардов галактик. Все это когда-то содержалось в пространстве меньшем, чем один атом. И это... Позволь мне задать про это вопрос. Разумно ли рассматривать это как нечто, имеющее размер? Мы же рассматриваем размер только в рамках Вселенной, а когда ты говоришь, что у Вселенной был размер, то это как будто это объект в другой Вселенной, у которой есть размер. Это действительно хороший вопрос, и мне нужно быть осторожнее со словами. Вселенная может быть бесконечной. Как физик, и я уверен, что и Виллеру, и Эйнштейну тоже бы понравился этот вопрос. Ответ в том, что я не знаю, насколько большая Вселенная, бесконечная она или нет, но что я знаю, это насколько большая видимая часть Вселенной. Поэтому если я спрошу, насколько большой была область, которая сейчас составляет видимую Вселенную, это хороший вопрос. Область размером с атом могла существовать во Вселенной, которая была бесконечной даже тогда. Это могла бы быть бесконечно плотная Вселенная, которая была бесконечно большой. Все, чем мы можем задаться, и это большая разница по сравнению с тем временем, когда я был студентом, потому что, когда мы говорили о Вселенной, то Вселенная означала сразу все. Довольно плохо определенная сущность. Все, что это вообще такое? Сейчас мы гораздо более определенные. Хорошее определение нашей Вселенной — это та область, с которой мы могли бы взаимодействовать в прошлом, и с которой мы сможем взаимодействовать в будущем, даже если будущее бесконечно длинное. И это может быть еще не все. Это может быть небольшой кусок огромного объекта, который мы называем мультивселенная. То есть разумно определять нашу Вселенную как ту область, с которой мы могли войти в причинно-следственную связь, если в ней ее есть пространство, на которое мы никогда не могли повлиять и которое не могло повлиять на нас, то это мы можем и не считать нашей Вселенной. А это расстояние? Расстояние причинно-следственного взаимодействия ограничено скоростью света? Да, скоростью света и возрастом Вселенной. Например, в ранней истории Вселенной это называется горизонт. По аналогии с горизонтом на Земле, когда ты смотришь вдаль, и можно видеть только на определенное расстояние из-за кривизны Земли. А в космологии — это область, в которой свет мог путешествовать и взаимодействовать с нами с начала времен. А все, что вне, не может на нас повлиять, поэтому нас и не волнует. Именно так. Так что более уместное определение — это та часть Вселенной, которая может на нас повлиять.
это меняется со временем, и наша наблюдаемая Вселенная меняется со временем, и мы до этого еще доберемся. А это значит, что мы в центре Вселенной, которая может на нас повлиять? Нет. Хотя на самом деле и да, и нет. Мы всегда в центре нашей собственной Вселенной, и психологически то, что ты описал, принцип влияния, как мне кажется, напрямую предполагает, что мы в центре. Так можно подумать в каком-то смысле. В этой теме многое вводит в заблуждение. Надеюсь, что за этот подкаст я не запутаю вас еще больше. Когда мы смотрим на такое явление, как космический микроволновый фон или реликтовое излучение, это остаточное излучение, оставшееся от Большого Взрыва. Оно приходит со сферы, если пожелаете, в которой мы находимся в центре. В начале истории Вселенной она была горячей и плотной, и свет взаимодействовал с материей. Он не мог свободно проходить, потому что Вселенная была заряжена, и свет взаимодействовал, отскакивал от материи. Но в определенный момент, когда Вселенной было около 300 тысяч лет, материя стала нейтральной. Протоны присоединили электроны и образовали по большей части водород. А нейтральная материя не взаимодействует со светом так же сильно, как заряженная. А это означает, что радиация, которая была как бы поймана в ловушку в первое время, с отметки 300 тысяч лет, смогла свободно путешествовать по Вселенной без взаимодействия. И когда мы смотрим в космос, то свет может свободно проходить. И когда мы смотрим все дальше и дальше, то смотрим дальше в прошлое. По мере того, как мы продолжаем смотреть, то достигаем точки, когда Вселенной было 300 тысяч лет. И, по сути, натыкаемся на стену, за которой видеть уже не можем, потому что свет оттуда уже не может пройти, как он не может пройти из-за стены. Его можно видеть только с этой стороны. Поэтому, когда я смотрю на реликтовое излучение Земли, то смотрю на сферу размером в 13 миллиардов световых лет. На самом деле больше, 26 миллиардов в каждую сторону, потому что Вселенная расширялась все то время, которое путешествовал свет. Но не заморачивайтесь по этому поводу. Итак, мы смотрим на сферу на расстоянии 10-20 миллиардов световых лет в каждом направлении. И мы в прямом смысле не можем видеть, что за ее пределами. А вид этой сферы зависит от того, где мы находимся. Так что, если бы эксперимент проводили разумные существа из другой галактики на расстоянии 100 миллионов световых лет, то реликтовое излучение, которое бы они увидели, в прямом смысле бы отличалось, хотя и не сильно, потому что центр их сферы был бы в другом месте. И поэтому предсказания, которые мы, космологи, можем делать, они в какой-то степени статистичны, потому что мы имеем дело с температурным распределением и множеством галактик и беспорядком. Так что изображение реликтового излучения, кстати, за них присудили по крайней мере две Нобелевские премии, у этих изображений есть статистические свойства, которые были бы идентичны для наблюдателя на расстоянии 100 миллионов световых лет. Но в частности, горячие и холодные участки были бы уже другими, потому что наблюдатель бы смотрел на другой срез статистического распределения. Поправь меня, если я ошибаюсь. Это подразумевает, что Вселенная — это такой глобус вокруг нас. Видимая Вселенная. Видимая Вселенная. Прошу прощения, хочу тоже быть точным в словах. Итак, я перемещаюсь через половину Вселенной, и глобус все еще тут, но теперь он сместился вот сюда. И если я перемещусь еще наполовину, то он опять сместится. Итак, этот, если можно так сказать, глобус перемещается вместе с наблюдателем. И это будет подразумевать, что Вселенная продолжается за тем глобусом, который мы видим, потому что если мы двигаемся, то и он смещается. Именно так. Если бы был какой-то край, то этого бы не происходило, но никаких доказательств того, что край существует, у нас пока нет. Я думаю, суть в том, что даже до всех этих странностей с пустым пространством и расширением мы уже понимали, что та часть Вселенной, которую мы видим, скорее всего, не все, что есть. Это только часть, ограниченная тем, что доступно для наблюдения, как на Земле. И она ограничена скоростью света и возрастом Вселенной, но также и тем, как была устроена Вселенная на самых ранних этапах, и тем, как именно она расширялась с тех пор. Позволь мне немного все усложнить, добавить тумана, если до этого все казалось ясным. Даже в то время, когда я был начинающим ученым, мы предполагали, что чем старше Вселенная, чем дольше мы живем, тем больше мы сможем увидеть.
Звучит логично. Потому что свет может путешествовать дальше. Вселенная расширяется, но на тот момент мы думали, что расширение замедляется, и поэтому чем дольше мы ждем, тем дальше мы сможем увидеть, потому что до нас дойдет свет от все более и более далеких объектов. Но реальное безумие сейчас заключается в том, что мы понимаем, что энергия пустого пространства доминирует во Вселенной, а это заставляет Вселенную расширяться все быстрее, быстрее и быстрее. А это в буквальном смысле значит, что есть части Вселенной, которые убегают от нас, из нашего поля зрения, и мы никогда не сможем их увидеть. Более того, есть области во Вселенной, которые мы можем видеть сейчас, и которые не смогли бы увидеть, если бы развились как цивилизация на 5 миллиардов лет позже и посмотрели бы в телескоп. Потому что, в конце концов, некоторые области Вселенной отдаляются от нас быстрее, чем скорость света, и становятся невидимыми. Поэтому чем дольше мы ждем, тем меньше мы видим, потому что все больше и больше галактик в прямом смысле исчезают за горизонтом по мере того, как мы ждем. Я написал об этом несколько статей и публикаций в Scientific American и в некоторых книгах. В конце концов, в далеком будущем Вселенной, и я знаю, что мы должны были начать с прошлого, но далекое будущее Вселенной довольно поэтично. Итак, до 1925 года представление о Вселенной у нас было довольно естественным, основанным на наблюдениях. Мы видели одну галактику, галактику Млечный Путь, и предполагали, что за ее пределами вечный, пустой, темный космос, который статичен. Эдвин Хаббл, который известен за открытие того, что Вселенная расширяется, перед этим, в 1925 году, осознал, что существуют другие галактики. С помощью 100-дюймового телескопа на Маунт-Уилсон, то, что мы называем туманностями в нашей галактике, можно было распознать и увидеть как островки других вселенных. И это было революцией в нашем понимании Вселенной. Наша галактика перестала быть всем сущим, и оказалось, что есть другие галактики. И, конечно, позднее он открыл и расширение Вселенной. Интересно, что спустя 10 триллионов лет, в то время звезды еще будут существовать, и можно представить, что на их орбитах будут планеты, а на них будет разумная жизнь. Так вот, в то время наша галактика уже будет сильно отличаться, потому что столкнется с галактикой Андромеда, и произойдет еще много других вещей. Но, тем не менее, интересно, что наблюдатель из нашей галактики уже не увидит на небе других галактик, потому что они все уйдут за горизонт. Так что наблюдатель через 10 триллионов лет будет думать, что живет в той же Вселенной, которую мы себе представляли в 1925 году, во Вселенной с одной галактикой. Ведь прямых указаний на то, что Вселенная расширяется, уже не будет. Потому что галактики, которые являются маркерами, по которым мы измеряем отдаление Вселенной, они уже тоже исчезнут. И даже микроволновой фон, как признак большого взрыва, к тому времени станет невидим. Возможно, отдельные умные ученые смогут предложить новую картинку, сказать, что это можно понять, если предположить, что Вселенная началась с большого взрыва. С точки зрения наблюдения, все признаки расширения Вселенной к тому моменту исчезнут. Звучит поэтично, но в далеком будущем мы будем считать, что живем в той же Вселенной, в которой ошибочно считали, что живем в 1925 году. И интересно, ведь для обывателя Вселенная была вечной и недвижимой. Возможно, ты знаешь, что на самом деле теорию Большого Взрыва первым по-настоящему предложил иезуитский священник, который также был физиком. Позднее, когда оказалось, что все так и есть, то католическая церковь некоторое время ликовала, потому что якобы появились доказательства того, что у Вселенной, как она утверждала, есть начало. Я бы сказал, что для той Вселенной, которую они описывают, на самом деле никаких доводов нет, но сам факт интересен. Модель заключалась в том, что Вселенная более или менее вечна и недвижима на большом масштабе, но оказалось, что это совсем не так. Люди часто пишут мне и спрашивают, а откуда мы знаем, что наша модель не ошибочна в корне, про большой взрыв и все такое? А ответ в том, что раньше у нас не было данных. Это большая ошибка думать, что научные революции в науке, особенности такой, как физика, что научные революции должны сводить на нет все то, что было до этого. Как революция Пиаже? Да, я бы даже сказал, что и политические революции не отменяют всего того, что было. А в данном случае, все то, что прошло проверку экспериментом до революции, так и остается истиной. Законы гравитации и механики Ньютона
возможно, и были поглощены квантовой механикой или относительностью, но если я брошу мяч, то он все так же упадет, по тем же законам, и по ним же можно предсказать полет пушечного ядра. Не нужно выдумывать ничего нового. По психологии развития Жана Пиаже, который изучал научные революции Куна, утверждал, что когда ребенок проходит через когнитивную перестройку, то новая структура включает в себя все знания старой структуры и плюс некоторое новое знание, которое может быть революционным, но все равно включает старое. Именно так и происходит в науке. У нас есть много данных, с помощью которых мы тестируем идеи. И я уверен, что мы гораздо больше не знаем о Вселенной, чем знаем. Что люди не осознают или что не оценивают по достоинству, это что мы в самом деле понимаем уже очень много. И любая новая картинка, новое понимание уже не сможет противоречить тому, что у нас есть, что Вселенная расширяется, что большой взрыв создал микроволновый фон, и все то, что мы открыли на текущий момент, но о чем не знали в 25-м году. Так что неважно, какое у нас будет представление о начале времен или о конце времен через 100 лет, возможно, оно будет отличаться, но мы уже не можем сказать, что возраст Вселенной не 13,7 миллиардов лет. Это так и останется истиной. Но то, что случилось в самом начале, это может революционно отличаться. Так же, как и то, что случилось перед началом, если есть смысл в том, чтобы это так называть. А смысла может и не быть, ведь само время тогда могло только зародиться. Позволь тебе об этом спросить. Как-то давно я думал о времени, и меня поразило следующее. Время для нас означает изменение. И я подумал, а почему бы не отказаться от времени как понятия, если мы ориентируемся на изменения? Но то, что время — это показатель изменений. Если ничего не меняется, то и времени нет. Происходит некое событие, и если затем до следующего события ничего не происходит, то и длительности тоже нет. Есть только одно событие и другое событие. Есть ли какая-то причина предполагать, что во времени есть что-то, что не зависит от изменений? Очевидно, что это очень глубокий вопрос. И многие люди тратят слишком много времени, как мне кажется, на разговоры о времени. В физике пространство и время не отличаются. Можно сказать, что они оба параметры, которые описывают, где и когда происходят события. Вот по большому счету и все. Это и есть та площадка, на которой происходит игра сил природы. Она происходит в пространстве и времени. А время, в принципе, не отличается от пространства, за исключением того, что на практике время все же отличается тем, что в пространстве можно переместиться назад, а во времени мы пока не знаем. Этот вопрос, он создал много проблем и дал пищу для ума для многих философов и физиков. Можно сказать, что время — это просто параметр, и что можно заменить его каким-то другим параметром, что у времени есть какой-то эквивалент. Допустим, можно сказать, что этот параметр, как ты и предложил, это изменение. А если изменений нет, то мы скажем, что этот параметр не будет меняться. Ты имеешь в виду, что изменения происходят всегда на микроскопическом уровне? Бесконечный объем изменений. И статистически мы можем это извлечь и проживать это как длительность. Можно определить это как время, но если нет никакого события, кроме одного и другого, то времени же, получается, нет, только одно и другое событие. Здесь я с тобой не соглашусь. Если ничего не происходит, в буквальном смысле ничего не происходит, то время — это уже бессмысленное понятие. В некоторой степени это верно и для пространства, и в некоторой степени и для физики, в принципе. Что на самом деле нас интересует, это процесс, это серия событий. И этот процесс перехода от события к событию, он параметризирован такой полезной величиной, как время. Так что если ничего не происходит, то ты прав. Это что-то совсем умозрительное. Этого диалога бы не случилось, если бы ничего не происходило. В такой вселенной не было бы времени и было бы нечего обсудить. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.